Илья Евдокимович – человек скромный, оттого несколько смущается, слушая теплые слова в свой адрес. Одной из первых с поздравлениями выступила начальник Ленинского управления социальной защиты населения Елена Гусева. Она озвучила обращение к имениннику главы муниципалитета. В этот прекрасный праздник желаю вам здоровья, бодрости духа, заботы и внимания окружающих людей, мира, добра и всего самого наилучшего. Глава Ленинского района Валерий Николаевич Венцель. Совсем недавно мы праздновали 90-летие Ленинского района и Московской области, а Илья Евдокимович старше на 5 лет. По сути, перед нами живой свидетель истории нашей страны и Видновского края. Илья Савельев был призван в армию в августе 1942 года, воевал минометчиком, был тяжело контужен. После войны долгие годы работал в газовой промышленности, любит стихи и игру в шахматы. Про него можно сказать, что это интересный человек, потому что вся его история жизни, она действительно заслуживает уважения и является примером для современного поколения, для молодого подрастающего и, конечно же, для тех, кто сейчас трудится в зрелом возрасте. Его история Ильи Евдокимовича насыщена теми событиями, историческими для нашей страны и является примером, как нужно защищать Родину, как нужно ее отстраивать и как делать то, чтобы всем жилось в нашей стране замечательно. Илья Евдокимович всегда ставил общие интересы выше собственных. У него немало не только боевых медалей и орденов, но и наград, полученных в мирное время. Великую любовь к Родине, ответственность за ее настоящее будущее вы передаете нам и грядущим поколениям. Желаю вам здоровья, бодрости духа и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Несмотря на возраст, Илья Евдокимович ведет общественную работу. Проблемы и чаяния жителей развилки он всегда воспринимал как свои собственные, за что и пользуется любовью и уважением земляков. Илья Евдокимович является гордостью развилки. Это человек известный. Он у нас долгие годы возглавлял Совет ветеранов и по-прежнему в строю является почетным председателем нашего Совета ветеранов сельского поселения Развилковское. Конечно, развилка полностью присоединяется ко всем поздравлениям. Илья Евдокимович человек необыкновенный. Он сохранил бодрость ума, силу духа. И, наверное, такие люди должны жить очень-очень долго, потому что они нужны. Они являются действительно для нас прототипом героизма того поколения, которое воевало. Не случайно праздник был организован в центре «Вера». Несмотря на возраст, Илья Евдокимович является активным посетителем этого заведения и принимает участие в различных мероприятиях. Сегодня у меня второй юбилей с Ильей Евдокимовичем. 90 лет, 5 лет назад мы праздновали с ним. И сегодня очень важно для нас, что мы приняли решение и чествуем его в нашем центре социального обслуживания населения «Вера», в который он активно очень посещает. Когда бы я ни приходила, это такой позитивный, такой внимательный, такой... Самые только можно лучшие слова сказать о нем. Это наша гордость, это все-таки человек, прошедший войну. Несмотря на инвалидность второй группы, свой 95-й день рождения именинник встречает в приподнятом настроении. Естественно, мы не смогли не спросить о секрете его долголетия. Секрет? Я, во-первых, не курил, не пил. Алкоголь там. Молодому поколению хорошего воспитания. Учиться надо. И, конечно, следить за состоянием своего здоровья. А это значит не курить, не употреблять наркотики, не употреблять алкоголь. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям и желает Илье Евдокимовичу крепкого здоровья, счастья и любви друзей и близких. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. «Видное ТВ».